Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Решила выйти, пообщаться с вами и рассказать немножечко хороших новостей. Я связала вот такую уже две части вот этой занавески. Сейчас я здесь ее просто вот на перекладину, на которой висит вот эта занавесочка, повесила, чтобы вам показать эту красоту и объявить, что мастер-класс, попетельный мастер-класс от и до готов. Так что пишите мне на почту mon69inbox.ru, если захотите приобрести попетельный мастер-класс по вот этой занавеске. Мастер-класс называется «Занавеска, цветы, цветочки на дорожке». Вот так. Так что, чтобы я понимала, какой вам мастер-класс нужен, потому что уже есть два мастер-класса платных. Мастер-класс по вязанию каймы. Я имею в виду вот этот мастер-класс. Он называется просто мастер-класс «Кайма». Вот. Кому что нужно, чтобы я не переспрашивала, и мы не друг друга понимали, чтобы все было хорошо. Поэтому вот этот мастер-класс называется «Занавеска, цветочки на дорожке». Так и пишите в почту, какой мастер-класс вам нужен. Либо мастер-класс «Кайма», либо мастер-класс «Занавеска» под названием «Цветочки на дорожке». Вы получите видеоуроки. Там целых 5 видеоуроков. Они достаточно емкие. Один на час, там по 40 минут. В общем, 5 видеоуроков. Как начинать, как рассчитать вывязывание вот этого замечательного узора цветочек, галочки, обвязка элементов вот этих вот дорожек. И, конечно же, вот такое красивое незаметное соединение. Так что обращайтесь, очень буду ждать. Я знаю, что многие ждут этот мастер-класс. В общем, сообщаю вам, что он готов. Вот такая красота. Связав вот эти вот две полосочки, вы дальше можете продолжить на основе этого мастер-класса и вязать уже столько полос, сколько вам нужно на ширину вашего окошка. Давайте еще немного полюбуемся на эту красоту на окошке. Сейчас, конечно, у нас на улице очень-очень солнечно, и с этой стороны ракурс... Ну, солнце все это затемняет, а со стороны улицы, я думаю, что это неимоверная красота. У нас сегодня на улице, кстати, очень-очень холодно, и уже целую неделю светит солнышко. Вот. Давайте сейчас я это сниму, посмотрим это просто где-нибудь на фоне темном, допустим, и немножко подробнее еще расскажу об этой неимоверной красоте и легкости. Посмотрите, как красиво смотрится эта занавеска на вот таком коричневом фоне. Да, еще в этом мастер-классе вы научитесь вязать необычный патентный столбик. Я уже как-то говорила в видео, что я не видела еще такого вязания. Вот. И очень удобно, владея двумя способами вязания патентных столбиков, это очень-очень облегчает вязание. А значит, из чего вязала? Как вы помните, я купила на Wildberries 500 грамм нашей ниточки российского производства, российский лен. Вязала ниточка в два сложения. Вот она, эта пряжа. Очень-очень понравилась. И
Она как-то быстро пропала в этом магазине, но я же, кто ищет, тот всегда найдет, как говорится. Кузьма, что ты там кричишь? И я посла эту пряжу на Озоне. Друзья, и я ее все-таки выпасла. Вот они, эти бобинки. Причем сейчас тот же самый продавец продает эту пряжу на бобинах, что очень удобно. Очень удобно перемотать в клубочки с бобины, нежели вот с такой вот накрутки. В общем, друзья, я купила эту пряжу и, скорее всего, буду вот таким вот узором вязать покрывало на вот эту нашу двуспальную кровать. Планирую купить я какую-то льняную простынь большого размера, там евро плюс, может быть, ну где-то 2,20 на 2,30, вот так, чтобы вниз класть эту простынь, а сверху застилать вот это воздушное покрывало в филейной технике. Значит, по моим расчетам, вот, ну, на основе вот этих двух полотен я высчитала, что на покрывало, чтобы оно вот так вот хорошо свисало, оно, в общем, шикарное покрывало, где-то понадобится мне 300 грамм этой пряжи. И она у меня уже есть, друзья. У меня уже 2,5 килограмма вот этой пряжи. И еще 0,5 кило идет в пункт выдачи Озон. И я заказала еще такую пряжу немножко другого оттенка. Настолько она мне понравилась и по цене, и по качеству. Натуральный лен, друзья, 100%. Вы видели, как занавесочка держит форму. Из него очень приятно вязать. Я еще хочу связать тунику. Может быть, для себя, может быть, для Лешика. Поэтому я заказала. Сейчас вам покажу, какой цвет этой же пряжи. Не знаю, как пристроиться. Телефон отражает, и вот как я снимаю, и нашу лампу на потолке. Ну, в общем, вот такой цвет пряжи. Я думаю, что можно будет даже связать цветным вязанием. То есть вот этот цвет как-то скомбинировать вот с этим цветом. И я думаю, что получится очень хорошая летняя туника. Может быть, для Лешика. Ну, не туника, а футболка. Для меня туника. В общем, эта пряжа уже вот такого оттенка пришла, мне нужно ее получить в Озон. И еще 500 грамм вот этой пряжи идет. Так что, друзья, это у меня уже будет сколько? 3 килограмма вот этой пряжи. Ну, кажется, вот много, 3 килограмма. Друзья, очень много планов на эту пряжу. Я хочу связать и дочери вот такую занавесочку на кухню. На ее размер мне понадобится 0,5 кило, то есть это вот одна бобинка уйдет, это вот Анечке на занавесочку на кухне. Значит, 300 кило, а это значит практически 3 бобинки уйдет на покрывало. Еще хочется навязать вот таких наволочек. В общем, я думаю, что я еще буду пасти эту пряжу. Она периодически, друзья, появляется, исчезает вот в этом магазине Magic Needles или Магический клубок. Это продавец. Так что вы можете тоже найти эту пряжу на Озоне и смотреть ее поступление. Может быть, даже сегодня она опять поступила в продажу. Я вчера смотрела, не было, но вот видите, я же нашла ее, то есть как-то разбирают, видимо, мелкими партиями продавец покупает и выставляет на продажу. На Wildberries такая пряжа и так и не появилась, тоже от этого же продавца. Так что очень хочу связать вот такое покрывало, ну прям горю желанием, воздушное. Это можно будет использовать и как летнее покрывало, когда будет жарко, и просто как покрывало на кровать. Много можно связать, друзья.
этим узором. Я прислоняла к себе и летний кардиган шазюплю, красиво будет смотреться, и летняя туника. И вы можете расположить эти узоры как вдоль, так и поперек. И занавесочку также можно связать. И вот так вертикально расположить эти узоры, и вот так горизонтально она тоже красиво смотрится. В общем, вариантов много. Так что пишите мне на почту. Буду очень рада вашим письмам, вашей поддержке. Цена за мастер-класс недорогая, так что пишите. Снимала я этот мастер-класс, друзья, 5 дней. Представляете, 5 дней кропотливой работы. Да еще чуть Кондратий не хватил. Здесь с компьютером там что-то Лешек пытался установить новую программу антивирус. И, в общем, эти файлы с 3 днями моей работы по этому мастер-классу удалились. Ой, ну все-таки потом мы их восстановили, слава богу, не пришлось мне переснимать. Но шок, конечно, мы испытали капитальный. Очень сложно, друзья, все это делать. Кропотливый труд. Так что жду ваши письма. Сейчас еще вам покажу вот одну бобинку. Она пришла. Это белорусская уже пряжа. Я вам ее уже показывала, но на картинке. Подорожала она на 500 рублей. Покупала я ее за 1000, то ли 900, то ли 800. Здесь 2 килограмма пряжи. Стоит она... Ой... Ну да, сейчас 2500, по-моему, стоит на Вайлдберрис. Опять поднялась цена. Не пробовала вязать еще ничего. Пряжа очень тоненькая. Скорее всего, если занавеска или там покрывало, которое я вот из этой простыни, тоже белорусский лен, собираюсь, ну вы помните эту мою идею, сделать квадраты из ткани и обвязать их красивой обвязкой, получив еще один узор цветы. Вот эту пряжу я покупала как раз для этого нового проекта. Но еще не знаю, как она будет. Здесь вискоза, хлопок, лен и 50% вот это вот, ну, наверное, акрил. Пряжа мягенькая, приятная. В общем, буду вязать. Да, кстати, там были комментарии, когда я сказала, что мне не понравилось качество вот этой простыни, что, ну, видимо, люди из Беларуси, я понимаю, что это неприятно слушать, но вы здесь ни при чем. Писали мне, что, ну, сейчас же все дорого, поэтому вот добавляют в это, в материал там синтетику какую-то. Я все, друзья, понимаю, но если так, то тогда нужно об этом писать. Я считаю, что производитель должен быть честен с покупателем. Ой, я, наверное, оторвала этикетку, уже ищу сейчас. Вот сейчас за кадром, пока ее искала, весь халат ко мне прилип. В общем, она статическая, все вот это вот трещит. Так что зачем тогда писать, что здесь 30% лен и 70% хлопок? Ну, тогда честно напишите, сколько вы сюда добавили синтетики, чтобы покупатель знал. Да, просто недорогая, 1070 рублей, но повторюсь, что это не 100% материал. Так что претензий я к белорусам не имею. Я имею претензии к производителю, что надо указывать все-таки честно, из чего сделано изделие. Ну, это на мой взгляд. Вот. Так что вот по этому проекту занавеска будут еще на основе вот этого узора проекты и простынь, и хочу такие же наволочки, чтобы был полный комплект. Дочери занавесочку хочу на кухню. И, возможно, какой-то летний шазюбль тоже сделаю, свяжу из этой пряжи. Теперь у меня ее, слава богу, в достатке. Во всяком случае, на те мои проекты, которые я планирую, пока мне хватит. Возможно, буду докупать.
Друзья, она получается дешевле даже пряжи Comtex Dendy. Dendy от Comtex. Там получается по 110 рублей. 100, этот, в общем, 1100, 1080 рублей я отдала за 10 моточков пряжи по 50 грамм. То есть это получается 500 грамм пряжи, 1110 рублей. А здесь 500 грамм пряжи вот этой, тем более это лен, друзья, это не хлопок. Лен всегда лучше и всегда он дорогой был. Сейчас она по 901 рублю. Я покупала по 883. Ну, небольшая разница. 901, 8, 883. Там копейки разница. И я считаю, что для такого качества пряжи, тем более льняной, это очень хорошая цена. Так что, скорее всего, я еще буду покупать вот эту пряжу. Но очень, друзья, она хороша в вязании. Значит, занавесочка, вот эти вот две полосочки весят 95 грамм. Ну, давайте округлим до 100. Мне таких полосок на окошко здесь, значит, длина вот этой вот полоски 1,10 м где-то. Ширину я буду делать 5 вот таких полосок. То есть мне на занавесочку, друзья, всего уйдет, ну, на мое небольшое окошко уйдет 250 грамм этой пряжи. Анечке пойдет на окошко где-то 450 грамм пряжи. У нее, конечно, оно шире, но она не хочет длинную занавеску. Она хочет так, там широкие очень подоконники у нее, чтобы удобно было пользоваться столешницей подоконника на кухне. Она говорит: мам, свяжи мне вот 1,10 м высоту этой занавески, а ширину мне 1,80 м нужно будет делать. Я посчитала где-то 9 вот таких полосочек. Ну, в общем, 450 грамм пряжи пойдет на Анину занавесочку. Так что, друзья, вот такие мои покупочки, вот такие мои планы. Сейчас забросилась вот та моя, мой проект вязания вот каймы. Я имею в виду вот эту кайму, но я обязательно свяжу. Это тоже будет занавеска на окошко в прихожей. Обязательно ее довяжу. Ну, а сейчас, конечно, на первом плане вот этот проект. Ничего, не довязав, недовязы тоже должны быть, но я думаю, что это будет все-таки готовое изделие, ну, когда-нибудь. Так что, друзья, пока не начались огородно-посадочные работы, буду вязать усиленно. Потом, конечно, может быть, только вечерами, а пока что вяжу и наслаждаюсь. Все, мои хорошие, на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. Я надеюсь, вам понравилось оно. Многие ждали этот мастер-класс и жду ваши письма на свою почту. Я вас всех обнимаю, всех люблю и до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.